что, тебе уже пора, баиньки. Соня, прости, но ты так спокойна. А что? А я... Я чувствую себя как... А что случилось? По-моему, прекрасный вечер. В том-то и дело. В прошлый раз, когда мы... Ну, тот поцелуй. Ну? Я чуть с ума не сошел от того, насколько это было неправильно. А сейчас я не воспринимаю это как ошибку. Это как гипноз. И самое страшное, что это мне понравилось. Все хорошо. Ты просто еще не привык, что я твоя сестра. Мы ведь совсем недавно познакомились. Так что я не в обиде. И ничего такого не случилось. А как же голос крови? Проснется. Обязательно проснется. Мы с тобой родные люди. Родные, поэтому нет ничего странного в том, что тебя ко мне тянет. Я тебе повторяю, страшного ничего не произошло. Я люблю тебя. Я тоже. Очень люблю тебя.